дорогие друзья, всем привет! Мы едем на работу, какой-то новый фильтр нашла прям. Ага, симпатично. В Москву вернулась зима. Нет, у меня микрофон не в натуре, это фильтр такой. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, Макроусов ушел. Да, дорогие мои любимые подписчики. Ой, Макроусов убежал. Отвечала неоднократно на этот вопрос у себя в сторис. Читайте мои ответы, вопросы, будете знать все. В Украине тоже снег, но видите, видимо, какой-то идет циклон. Моя челка вот. Когда Захар и Яна будут на поляне, я не знаю, у них отпуск. Таня, тебе огромный привет передают подписчики. Спасибо, дорогие мои, я вас тоже люблю. Впереди камера на разведку. Благодарствую. Захарова не лежит в будке, она просто заболела. Бугульма, привет. Татьяна, вам тоже из Бугульмы привет. Значит, ребятки, сейчас в данный период у Юлии Ефременковой в сторис вопрос-ответ. Задайте ей этот вопрос, и она вам даст на него ответ. Стрелок с кем? Стрелок не с кем, он сам с собой. Передаю привет также Лобне. Как я рад. Благодарствую. Омск, привет. Ребят, я считаю, бесполезно задавать мне одни и те же вопросы, на которые я даю ответ. Почему люди не понимают? Не знаю. Химки, привет. Мы едем на работу. Почему забирают телефоны? Потому что есть регламент, есть съемочный процесс, поэтому забирают телефоны. Город Ревда, передаю вам огромный Куцк, привет. У Майи все хорошо, она идет на поправку. Бердниковых, привет. Ой, привет. Баранчи, привет. Или баранчи, не знаю, извините. Как настроение? У меня настроение нормальное. Впереди камера на разведку. Да, иногда у меня тоже такое ощущение, что люди не смотрят. Казахстан, привет. Карабалты, привет. Красноярск, привет. Что люди не смотрят вообще эфиры, а все узнают у меня. Это странно. Я еду в машине с Таней. Барзиков собирается на проект. Сплетни. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Ну и зря вы не смотрите эфиры. Если бы вы смотрели эфиры, вы бы были в курсе всех событий и не задавали бы тогда вопросы. Кто-то еще вернется, кроме Степы, не знаю. Татьяну я не хочу отвлекать, показывать не буду. У нас очень напряженная обстановка на дорогах, поэтому вам привет и все. Какая у меня диета? У меня нет диеты, я закрыла рот, взяла себя в руки. В общем, вот такая вот история. Ночами перестала есть, если я хочу есть, я пью воду.
Ну или чай. Итак, как вам Колян? Колян, что Колян? Колян еще тот, потрясающий парень. Спасибо большое. Очень приятно. Дагестан берете. Вроде бы всех берут. Кирочка, спасибо большое. Все нормально. Да, Ебарова я люблю, естественно. Как я могу не любить Ебарова? Как можно вообще не любить Ебарова? А вместо кого Степа на ССЛ? Не вместо кого он... Вместо кого? Все, всем хватит. Не волнуйтесь. Честно говоря, я не знаю, в чем там конфликт. Я видела у Вани в сторис, что он теперь не общается с Серегой. Ну, дальше я не углублялась. Правда, что Гол беременна? Да, она беременна. Это правда. Это так. Совершенно вы верно говорите. Николая Должанского вернули по просьбе, по многочисленной просьбе телезрителей. Что будет с Ромашовым после удара Алине? Голд уже родила, совершенно верно. Удар произошел там абсолютно случайно, поэтому я не знаю, что будет. Во-первых, он не сам ударил, рука отлетела. Да. Ударил ее передатчик, отлетел ей в лицо, а у него рука отлетела, и он получилось, как будто он ее ударил, он ее не бил. Как можно врать с таким серьезным лицом про то, что Гол беременна? Значит, я когда говорю, что она не беременна, люди не верят. Когда я говорю, что она беременна, люди верят. Вот поэтому вот так как-то. А это такой финтез такой? Да. Нет, помада. Да. Мерцающий финтез. А? Зрители всегда будут недовольны чем-то. Теперь зритель ополчился на Николая Должанского. Зря, ребятки, думайте о другом. Не о Должанском, ребят. У Должанского все по красоте будет, не волнуйтесь. Поэтому, что бы вы там ни говорили, Должанский свое дело туго знает. Строкова покидает проект, это правда? Да, это правда. У людей чувство юмора на нуле. Абсолютно. Ребятки, что я вам хочу сказать? Люди сами выдумывают, привет-привет, Ташкент, выдумывают всякую ерунду и сами хотят в это верить. Неоднократно Татьяна Строкова в своих сторис говорила, что она в отпуске, и через 2 дня отпуск заканчивается. Смысл писать мне, правда, что Татьяна Строкова покидает проект, но я не понимаю. Если вы следите за тем или иным участником, вы обязательно должны быть в курсе, что, например, Олеся Семиренко на островах, Сергей Захарьяш на островах, Захар и Яна в отпуске, Строкова в отпуске и так далее и тому подобное. Ну неужели у вас больше нет других вопросов? Магнитогорск, привет. Мы лишь просим не показывать поцелуи Должанского. Я думаю, это невозможно. А кроме этого и показывать? Где Скалон? Скалон на поляне. Бобруйск, привет. А зачем она так? Привет вам из Германии. Как обстановка в Москве? Германия, привет.
В Москве обстановка спокойная, стабильная. Если вы имеете в виду то, о чем я догадываюсь. Хотелось бы узнать у вас, Германия, как у вас обстановка? Что скажете о закупках продуктов? Ну, продукты закупают все и всегда, поэтому значительно меньше стало товара на полках. Я вчера обратила на это внимание, в частности, в Пятерочке, а именно рис, гречка, макароны. Вот, поэтому не более того, туалетная бумага в доступе, и кто ведет всякие прикольные сторис по поводу продуктов и туалетной бумаги, ну, считаю, как минимум, это странно. Я надеюсь, ребят, все мои подписчики, кто следят за моими сторис, посмотрели историю Никиты Шелюкова. Здравствуйте. А что Шелюков-то теперь будет делать? Это же вот фильм положить или что это? Ну, никто ж, видишь, не отзывается. У нас в Молдавии пандемия коронавирусом, детки не учатся, транспорт не ходит, очень страшно. Это, ну, на самом деле, это очень страшно и не смешно. Спасибо взаимно. А что у Шулякова? Ну, зайдите, посмотрите в историю Шулякова, и вы поймете. У нас пытаются сохранить спокойствие. В магазинах пусто, масок нет, лекарств. Пока в аптеках купить можно. Школы, детские сады закрыты. Готовимся к худшему. Это где? Не знаю. Это где у вас? Это в Германии? Я просто не поняла немножечко. В Молдавии закрыли авиасообщение. Ну, привет из ДНР. В Румынии то же самое. Ребят, да, у меня такое ощущение, что по всему миру то же самое. Просто люди сохраняют спокойствие, и это правильно. В любой ситуации, я считаю, нужно оставаться людьми, не злорадствовать, не прикалываться, быть спокойным. Естественно, береженого Бог бережет. А, это в Германии, земля Баварии. Понятно. В Казахстане завтра начинается карантин. В Узбекистане сегодня выявили первый случай коронавируса. У женщины, которая прилетела из Италии, то же самое. Праздник Навруз отменяют, границы закрывают. Ну, соответственно, все по цепочке. Маски подорожали в 10 раз. Да. У нас их вообще уже нигде нет, этих масок. Что самое интересное, непонятно вообще, зачем созданы горячие линии, на которые нужно звонить, сообщать. Люди звонят на горячую линию, а им говорят, ну, в общем, вы вызывайте врачей по месту жительства и так далее и тому подобное. Маски есть на садоводе, понятно. На садоводе, как ни странно, обстановка спокойная. Маски есть, да. На садоводе. Покупатели как были, так и есть. Ходишь, маски не понадобятся уже.
как найти Шелюкову профиль. Никита Шелюков, набираете и все. У нас в Белоруссии паники нет и продукты не раскупают. Но это прекрасно. У нас как бы тоже паники нет. Паники нет нигде. Вчера созванивались с знакомой, которая живет в Нью-Йорке. Она пишет, что... говорит, вернее, что основные продукты раскуплены. Да, садовод, по-моему, ни один вирус не возьмет, это точно. Продукты в Нью-Йорке раскуплены, народу на улицах значительно меньше. Люди стараются никуда не ходить. Держатся, никуда, по крайней мере, не в людные места и так далее, стараются не выходить. Берегут себя, берегут свои семьи, стараются как можно меньше контактировать. В поликлинику город Королёв сдать анализы на коронавирус. Там сказали, идите домой. Но, к сожалению, это не только в городе Королёве. К сожалению, так всем говорят и везде. Идите домой. Идите сейчас домой, это еще мягко сказано. Поверните направо. У одной девочки сторис, как держится итальянский народ. Низкий поклон медикам, молодцы итальянцы, они и это очень страшно и неприятно. Я так плакала, честно говоря, когда выставляла этот сторис. Как они хлопали медикам, хлопали всем, кто работает, кто... Я позавчера я читала статью. Невозможно смотреть. Я читала статью одного врача, профессора, который на протяжении уже до многих недель не выходит из больницы, чтобы не контактировать со своей семьей, находится в больнице, спасая жизни людей. Он пишет, что не хватает места коек, операционные превращаются в реанимационные, так же, как и пожилые люди, так и молодежь находится в плачевном состоянии, описывает работу своих коллег. Ну, это, ребята, действительно, это герои, люди, которые в такой ситуации держатся и не поддаются, и борются. Главное – бороться. Ребят, то, что вы там пишете про Галимову, всякие оскорбления, вы не думайте, что я этого не вижу, я не буду даже это читать. Где Соленко? Значит, Украина ввела запрет на въезд. Закрыла все границы, на острове спасают от вируса, ведь так. Это я хотела спросить, Турция тоже закрыла границы? Турция, да. Да? Да. Чем раньше будут приняты меры, тем быстрее мы справимся с этой бедой 21 века. Жена, по-моему, премьер-министра Испании заболела коронавирусом, поэтому... Том Хэнкс.
актер Том Хэнкс с женой, ну это да. Ребят, ну в общем, как бы не смешно. Был. Я смотрю, я это читала на съемках. Я уже про Федю и Настю не читаю вопросы, не отвечаю, потому что меня уже тошнит. Все прекрасно понимают, но тем не менее задают мне эти вопросы. Странно, зачем? Ну вот и я как бы говорю, чем раньше закрыть, тем быстрее мы справимся с этим. Странно, почему у нас не так. Ну, поживем, мы увидим, что будет дальше. Считаю глупыми приколы про коронавирус и то, что я кашляю, и меня надо проверить на коронавирус. Спасибо. Тетя Макгрегора умерла от коронавируса. Да, я читала вчера это. Да ладно. Да. Эвана Макгрегора? Да. Мне кажется, вы сейчас нагнетаете. Ну, хорошо, пусть вам так кажется. Ради бога, я же не против. Я не нагнетаю. Я просто призываю людей быть максимально... осторожными, беречь себя, соблюдать все указания медиков. Ну, руки мыть — это странно, мы всегда руки моем. Хотя я знаю людей, которые вообще крайне редко руки моют. Через 600 метров держитесь правее. Впереди камера на полосу. Да, можно было это как бы... Держитесь правее. Ребят, вы такие странные. Конечно же, паниковать не надо. Жизнь продолжается. Слава богу, мы все живем в прежнем режиме, но никогда не нужно думать о том, что нас это не коснется. Поверьте мне. Теперь посмотрите на Италию. Вот и все. Тут даже и говорить нечего и не о чем. Слава богу, у меня загранпаспорта нет, я никуда за границу не собираюсь в ближайшие 3 года. Зачем оно мне надо? Наташ! Вот. Итак, ребят, зачем же так? Я вас всех люблю, целую. Спасибо, что вы были со мной. Берегите себя. Обрабатывайте антисептиками. Ну и также не забывайте ежедневно купаться, не только руки мыть. Остальные все места тоже, жопы, письки, сиськи. В общем, так я вам скажу. Есть хорошая песня у Лолиты. Нет, не надо слов, не надо паники. Поэтому берегите себя и своих близких, держитесь, все будет хорошо. Русский народ не сдается. Нас не сломить. Но не забывайте, что чума 21 века — это не такая уж и простая зараза. Покасики, ребятки. До встречи.